Всем привет! Сегодня расскажу вам об орбитальной шлифмашинке Metaba DSX-150. Это профессиональная модель с пневматическим приводом. Для работы ей необходим компрессор с производительностью до 550 литров в минуту. Шлифмашинка подходит для влажного и сухого шлифования, для обработки гладких и изогнутых поверхностей. Диаметр рабочей тарелки 150 мм. Оснастка крепится на липучку. Вы легко и быстро поменяете стершийся круг. Скорость вращения круга плавно регулируется. Легко подобрать оптимальную скорость шлифовки для разных материалов. Корпус выполнен из ударопрочного пластика. Он не царапается и не трескается при падении с большой высоты. Кнопка пуска находится непосредственно под ладонью. Удобно работать левой и правой рукой. Чтобы пыль и опилки не мешали, подключите к шлифмашинке пылесос. На выходе воздуха стоит глушитель. Шлифмашинка работает тише, работать гораздо комфортнее. В комплект поставки входят шестигранные и гаечные ключи, евроразъем на 1/4 дюйма, флакон масла.